Быть художником в 21 веке значит обязательно хотя бы раз в жизни устроить свою персональную выставку. Исключением не стал и Василий Важенин, который впервые за 20 лет своего творчества собрал все свои произведения в одном месте, разделив их на творческие периоды. Я современный художник, можно сказать, модернист, да, который в поиске какой-то современной, уникальной техники, которая не повторяется каким-то другим художником. То есть так, чтобы можно было меня идентифицировать на фоне других художников. Долгое время работал, смотрел, что мне нравится, как выглядит. То есть я всегда отношусь к произведению искусства как к предмету, который может смотреться в интерьере или служить человеку эстетическим каким-то очагом, который может его греть. Поэтому я искал пути того, чтобы создавать какое-то уникальное, что-то современное, что-то необычное. И так или иначе, вот это все привело вот к тому, что какая-то техника сформировалась, которая присуща только мне. Поддержать автора пришли не только родные и близкие, но и люди, неравнодушные к современному искусству. Я сейчас первый раз знакомлюсь с таким творчеством. Во-первых, это какое-то уникальное, свободное художество, я бы сказала, от всех рамок таких, которые существовали в наше время, да и сейчас еще существует. Поэтому приятно посмотреть, познакомиться. Очень приятно, что у людей такого масштаба есть не только бизнес, но и реализация в творчестве. Выставки я узнала лично от Василия Важенина. Он пригласил. Я думаю, что здесь таких людей очень много, кого он пригласил лично. Очень здорово, что мы видим сейчас и наполняемся тем творчеством, что он привносит яркие эмоции и жизнь в суровый индустриальный город Челябинск. Вот смотрю на картину, напоминает очень Вайзовского, только с грудой красок и эмоций. Ну, на самом деле, я редко хожу на выставки, но на первом этаже мне очень понравились работы, именно сочетание цветов. Ну, я думаю, что отношение к современному искусству – это вопрос мнения человека. И у меня особо пока этого мнения нет, оно формируется. Но работа здесь мне понравилась. Открытие выставки – это всегда церемония с приветственными словами и авторской презентацией работ. Это событие запомнится гостям живыми выступлениями музыкантов и арт-перформансом с участием зрителей. Среди участников открытия – юные таланты детского фонда «Андрюша», куда поступят все средства, собранные от продажи картин в этот вечер.